У войны не женское лицо, но ничто в эту войну не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей. Каждый день, каждую минуту рискуя жизнью, жизнью детей, они делали все, что могли, и из этого иногда малого вырастало великое, что и сокрушило фашизм. Война ворвалась под крышу небольшого белорусского поселка, вошла в дом Анны Михайловны. Эта женщина, как и тысячи других, живет и борется так, как велит ей сердце и долг матери. Подпольщиками, а потом партизанами вместе с матерью становятся и ее сыновья. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля, она затаилась на время? Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет. Не записывай землю, калеки, кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки. Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран, изо душин. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаила на время. Привет. А это кто с тобой? Здравствуйте. Добрый день. Ты вот племянец привел, фрица убить. Привет, дай покурить. Дядя. Ну, держи, пошли. Пошли. Фух. А это наши Протасовичи громят. Да. Ого, Протасовичи. Это вам не 42-й год, когда нас немец гонял. Эх, паричи, азаричи, козюличи, косаричи. Шклов, Могилев, старый Быков, Рогачев. Ну, подождите меня здесь, подождите. Ладно, подождем. Слушай, Коренной где? Там, в Протасовичах. Понимаешь, батька его в полицию подался. Сережкин? Племянница моя вот из одной с ним деревни, будет история. Да ну, он в партизанах 41-го года. Да нет, я не о том. Он как узнает, то сам батьку. Это уж точно. Ну вот, Столин, ты подожди мне здесь, доложу, да, что ты пришла. Ай, дядя. Ну, пошли. Ну, пошли, пошли, болтун такой. Так не цепор твой дядька. Ага. Садись к нам. Так вы Лина? Лина. Ну что ж ты, Толя, хоть веточку подстелил бы. Осторожно. Раз в год оружие само стреляет. Здесь пост, а не посидел. А ну, давай сюда, быстро. Быстро, быстро. Бежать. Ишь, бежать, я тебе убегу. Я подумал, что вы полицейские. Я вас искал, но я испугался. Испугался? Ты лучше скажи, кто тебя послал искать нас. По всему лесу бегали, как за зайца. Иди. Увидел нас и бежал. Лина!
новенькое, ясно. Я и сам, когда в партизаны пришел, тоже все улыбался. Думал, ах, как мне обрадуются. На ходу спит. Что, делать нечего? Слышал, как наши гремели. А как? Мне на пост. Заставь его поработать, наши вернутся, дров нет. Я и сам могу. А он что будет делать? Пусть поработает. Ладно, сходим. Винтовку-то возьми. Знаю, без тебя. Еще не вертались? Нет еще. Ничего, приду. Готов? На смерть. Ранен, что ли? Покажи. Нет. Ты стрелял. Жаль. Видно, птица. А ты ничего, молодец. Внучек, что случилось? Он шпиона убил. С одного патрона уложил. Успокойте его, ребята. Ребят, успокойте. Ребят, оставьте его. Пусть один побудет. Здравствуйте, Анна Михайловна, милая. Здравствуйте. Ну как тут у вас? Все в порядке, все хорошо. Живой, братик, живой. Вы только Толю не ругаете. А что такое? Да ничего себе. Что с тобой? Что произошло? Да ну, ерунда. Мне лжавец винтовку дал насовсем. Тут один шпион убегал, я его застрелил. Оставь тебя тут на минуту. Эх ты. Да ну. Митя, ты опять здесь торгуешься? За патроны прошу гранату дать. Здорово. Привет. Ну как, жив? Слушай, ранец принес? Thank you.
вас не варит. Просим к нашей песне. А что такое? А, это ваш, Анна Михайловна. Да. Ну что, товарищ комиссар, не забывайте свой взвод. Конечно, где еще есть такие голоса, как у нас? Ловко получилось. Такое гарнизонище, а все-таки мы его расколотили. Что, правда? Блокада? Да кто тебе там сказал? Да иди. Ну а почему обязательно блокада? Парыч, Азарыч. А брось, тогда то и будет. Тетя Аня, Санчай зовут. Ага, сейчас. Забери. Сергей Сергеевич, скоро эти московские шарики в дело пойдут. Думаю, что да. Весь взвод две недели в них играл. Даже совось научился рельсы рвать. Хм. Скоро забудет. Хорошо поете, хлопчики. А вы на посту стоите или концерт ведете? Кто идет? Бригадный комиссар у вас? Здесь. Срочно в штаб. Иду. А вы, если винтовку дали, учите парня. Сейчас буду. Понятно. Сергей Сергеевич, можно вас на минуту? Да. В общем, короче, мне наплевать, что вас там про меня думают. Да не кипятись ты, спокойно. Да я не кипячусь. В общем, короче, разрешите мне домой сходить. Напрасно тебе об этом сказали. Может, он по заданию другого отряда в полицию поступил. Надо же разобраться. Вот я и разберусь. Ну, от железки будем идти. Зайдешь. Спасибо. Только один не ходи. Сережа. Я хотела попросить тебя насчет Митьки. Ты присмотри за ним. А что там? Ну, ты же знаешь, все игрушки. Ладно. Сережа, ты не переживай. Эх, Ксюш, пожалуйста, оставь меня одного. Сергей! Ну что, плохо? Тошно. Ну и что, отстань. Пойдем. Ну, пойдем. У меня трофейный остался. Пойдем. А? А, пошли. Ну вот, я у тебя и в гостях. Да. Здравствуйте. Витя. Ну? Сегодня из Москвы. Прямо оттуда. Прилетаю, а тебе спрашиваю. Говорят, будешь только через неделю. Ну, я прям сюда. Новости вам привез. Центральный штаб партизанского движения рельсовую войну задумал. Отнять у них железные дороги. Все и сразу. Танки у них новые. Слышали. Долго летел? Часа три, три с половиной. На, держи. Обрадуешься. Я помню тебя и твои вкусы. Вот привез. Кури, порти здоровье. О, что, охотничья? Да ну, охотничья. Здрасте. Это что, твое жилье? Да, вот сюда. Заходи. Знакомьтесь. А? Простите, ночь не спали. Пашкевич. Казимир Павлович. Виктор Алексеевич. Понятно. Простите, я сейчас, минуточку. Да-да, пожалуйста. Ясь. Дед. Садись. Да, вот это для тебя. Потом, 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 потом. Ну, потом так потом. Дай сначала поглядеть на тебя. Дед. Прямо натуральный дед. Пошли. Да, пошли, ухаживай. Уха, я вам в подарок московскую привез. Вот это подарок, так подарок. Рельсовую начинаем. В ближайшее время. Немцы под Курском кулак собрали. Новые танки подтягивают. Нам уже сообщили. Под тюками сено прячут. Я своим приказал, увидишь сено, рви.
Ну, фактически вот здесь второй фронт. Да ты почитай в газетах, какие о вас там легенды написаны. Земля горит под ногами. Секреты выставили? Коля! Буди ребят! Действительно, приезжаю сюда, у вас здесь как в довоенном сельсовете. Даже телефоны. Генерала встречаю в шпорах. Да, вы здесь работаете здорово. Просто здорово. Но сейчас нужно больше. Отнять у них железные дороги. Все. И сразу. Мы для этого и прилетели сюда, чтобы все обсудить на месте. Все. Вот это здорово. Со встречей. Да. Ну, за победу. Слышь, сводку передают? Утреннюю повторяют. Войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанных большим количеством авиации. Все атаки противника... Кстати, ты со своими списался? Ничего не слышно. И все-таки в этом страшном времени что-то свое, неповторимое. Сейчас все знают, что до победы, до счастливого конца осталось, ну, совсем немного. Да. А 41-й? Тогда мы рвались из окружения. Знали наше место там, где армия, где фронт. А потом такого насмотрелся. И здесь фронт. Да еще какой. Женщины, дети. Если уж так получилось быть с ними. Специально людей оставляют, целые обкомы. Да. Ты говоришь, скоро конец. Как выйдем границы, оглянемся, не поверим, что такое пережили. Смогли. Наши люди. Казалось, дома и стены помогут. Да. Ребята, в ружье! Немцы! Ребята, подъем! Подъем, быстро, быстро! Коля, вставай! Тревога, немцы! Коля, вставай, быстро! Что, немцы? Диски возьми! Бой, да? Блокада! Спокойно, спокойно, без паники! Диски взял! Танка, бери ленты! Сумку давай! Принимаем круговую оборону! Свод комаровок к болоту! Танковые пулеметы на поляну! Пушки на позицию! Пулемет быстрей! Сюда пулемет! А ну, прикрой. Березовую рощу помнишь? Да. Дорогу знаешь? Да. Следи за дорогой. Товарищ комиссар, можно? Приказы не обсуждают.
А ну-ка, ребят, быстрее. А ты чего тут? Мне комиссар приказал. Ну ладно. Каблук оторвался. А тебя что здесь, болото охранять поставили? Ладно. Ну, хоть ты живой. Сережа! Митю убили. Митю! Угу. А он все сзади шел, у него еще каблук оторвался. А ты че мокрый? Я сейчас с немцами глаз на глаз встретился, представляешь? Стою я вот здесь вот так. Винтовка-то где? Да я же говорю, стою я вот здесь вот так, представляешь? Они мне сзади хендехох и стреляют меня. Я сразу в болото как побежал, и все, бегу. Потом споткнулся, а винтовка под какую-то корягу забилась. Я ее искал, искал, нет ее нигде, представляешь? Потом вскочил, побежал, потом хотел было вернуться, а там была уже засада. Хе, ну что, жив, курилка? Что случилось? Ты что? Убили Ксениного брата. Да вот, натолкнулся на немцев. Растерялся, винтовку потерял. Хорошо, что живой остался. Это я виноват. Подставил парня. Боятся. Вот и пугают вслепую. Пинчук, твой взвод будет снимать посты. Есть. Пока не обнаружат, не стрелять. Есть. Ребята, наше дело посты. Снять надо тихо, без команды не стрелять. Ясно? Давай, Ильин, первый. Чш, подожди. Давай. Осторожно, там хворост. Ага, слышу. Сережа, ты присмотри. Ой. Одну ее не оставляйте. Толя, можно я с тобой? Тебе же сказали нельзя. Толя, мне здесь страшно. Ну, спроси у мамы. Останешься здесь. Анна Михайловна, можно. Посмотри за ней. Да. На мост. Быстрее. Быстрее, давай, быстрее. Быстрее. Давай, давай. Пулемет сюда.
Быстрее, быстрее. За мной! Давай, 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 Серега! Приготовить взрывчатку! Не ранен? Нет. Закладывай! Третий готов! Пятый готов! Первый готов! Четвертый готов! Второй готов! Шестой готов! Седьмой! Сюда, Сережа, давай! Поджигай! Давай, давай, давай! Давай, восьмой готов! Сигналь! Все с моста! Молодец только! Что, тезка? Здорово поработали. Ничего. Домой идешь или передумал? Не передумал. Передай Пинчуку взводу через 3 дня быть на Березине у парома. Хорошо. Двигайтесь через болото. Домой-то можно? Если успеешь. Фрицы сейчас озвереют, а операцию срывать нельзя. Сказал, все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли. Не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаила на время. Ксения, подожди. Поговорить хочется. Мы уже говорили. Чего ты на меня все время сердишься? Ну, не умею я ухаживать, не умею. Вот Серега, друг мой, умеет, а я нет. Нравится мне девушка, я подхожу и говорю ей. Не надо, Никита. Не поняла ты меня. Просто хочется иногда поговорить с человеком. Пора бы идти. Сейчас пойдем. Ты чего? Да ничего. Поднимайся, ребята. Пора идти. Вставайте.
Никита. Да? Разреши, я зайду к своей хозяйке. Ну, давай так быстро. А мне можно? Давай, давай. Сережа, я с вами. А вот и мы. Здравствуйте. 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 Ну, здравствуй, Гавриловна. Чего смотрите? Спускайтесь в хат, покормлю вас. Спасибо. Дай помогу. Нет, нет, ничего, Сереженька. Я сама. Вы проходите. Так. Проходите. Ну, здорово, Валентина. Садись, мальчик. А вы чего стоите? Садитесь. Да нет, спасибо, я там. А ну-ка, Валюша, держи-ка мед. Это тебе дедушка Тодор прям с дерева достал. А это тебе, Гавриловна. Соль. Прасик-то у нас какой сегодня. Мама, мне. Так, доченька, держи. Попробуй. Держи. Ну-ка, угощайся. Приболела на меня негодница. Ну что ж ты, маленькая, ты меня боишься? М? Это на мне после того испуга дикаркой такой стала. Ты ходишь, гляди, голодный, заморж ты мой. Спасибо. Да. Соль. А мы все удобрения растворяем. Председатель когда-то не вывез со станции. Теперь как нашли. Но вот только слепнут уже от этой соли. Ну, даст Бог, прогоним немца. Тогда что? Как что? Знаю, знаю. Ну, Бог с ним, с раем-то. Но чтобы по справедливости все было разумно. А то вот тут один вчера коня пропивал. Он у Бога на в отряде. Продаст, пропьет. Товарищи подошлет, тот накричит, что конь его, и заберет. Не может быть. Покажешь мне их. Все ты горячишься, Сереженька. Оттого и худой такой. Ты вон сколько воевал. Раньше хоть командиром был, теперь простой стал. Сам виноват. Я, Сереженька, про что говорю? После всего, после такой войны. Ты знаешь, как все должно быть? На этом народ и держится. А ты как думал? Слушай, вот они детишек наших малых жгут, баб. На что они рассчитывают? Рано или поздно и мы доберемся до ихней Германии. А ни на что. Вот Гитлер и хочет всех связать кровью, зверствами, чтоб шли с ним до конца. Ну, не знаю, как там кто. А я с них свое спрошу. Тоже до конца. Спросим. Конечно, спросим. Только мы-то ведь не они, Никита. Звереть нам ни к чему. Ладно, ты это лучше бабке или детке своему расскажи. Мое дело давить их, пока они пить не попросят. Вот так. Они еще поглотают дым от моей деревни. Поглотают. Сереж. Что? Опять поспорили.
Я, мама, я. Подождите. Сынок. Значит так. Волжавец, Малакович, Савось, Толя. Останьтесь здесь. Остальные за мной. Пройдем по деревне. Батя дома. Давно он здесь? С позавчерашней ночи. Пришел пьяный, еще тут добавил. Такого я только его и вижу. Заходи. Заходите, заходите, хлопчики, заходите. Только вы уж его не трогайте, дурня. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись, ребята. Садись. Покорми нас, мама. Гости как-никак. Ходите, детки, голодные. Как только услышу, убили партизана. Ой, так сердце кровью обливается. А тут еще этот. Боже мой, что теперь с ним будет? Ой, опять на стенку полез. Винтовка у нас. Ты? Я, батя. Булка скажет, пропил винтовку, бандитам продал. Не волнуйся, уже не скажет. Сынок! Большего идиота ты не могла мне в отцы найти. Ничего, отблагодарят и вас. Я был. Пьяницей ты был и есть. Из-за пьянства в тюрьму попал. Ладно. Ксения, выйди, пожалуйста, на минутку. Ну что, тогда тебя зря. Что зря? Что зря? Что, у человека пять жизней? Чтобы ее кому как вздумается. Ладно, борода. За прошлое нечего прятаться. Люди в этом без предателей разберутся. Да мне все равно. Давай, стреляй! Да ладно, кабенится! На детишках да на бабах злоба решил вымещать. Нет, в бродах я не был, и в прощахе тоже не был. Вот, старушка не даст соврать. Правда, Сережа, не был он. Пьяным тут валялся, когда немцы жгли. Слава богу, хоть один раз ему эта проклятая водка на пользу пошла. Никакой злости у меня нет. Это ты, сын, зря. Вернулся. Как началась война? Прямо скажу, сбежал оттуда. Но ни про какую полицию и не думал. Тут стали вязаться. Вижу, кончит. Вот. И стал таким, как вы называете, Бобиком. А я вижу, ты у них начальник какой-то. Что
что, не знали, кто батька? Кто жег деревни и людей? Зондеркоманды. Немецкие. Эсэсовцы. Ну и Булка с некоторыми своими. А я не был. Хотите, верьте, хотите, нет, мне все равно. Все равно. Умер бы хоть как человек. Где сейчас Булка? В Черных Бродах. Туда они свозят всех. Кого? Кого? Семьи ваши. То есть наши, партизанские. Из заморья забрали всех. Как из заморья? Коля, спокойно. Это Молокович. Боже, я вижу, что знакомое лицо. Так это ваша деревня? Ага. Да, наша деревня, батя, наша. Все, хватит. Собирайся, батя, пошли. Опомнись, сынок. Ой. Спокойно, Серега, спокойно, успокойся. В отряде разберемся. Собирайся. Сам поведешь к твоим. Винтовку верните. Успеешь. Верните ему винтовку. Вы спрячетесь там, а я пойду к ним. Борода! Не бойтесь, больше не подведу. Так, быстро разобраться по группам. Держись, Колька. Следите за ним. Поняли? Так, без команды не стрелять. Вы снимаете часового. Наводят. Давай, погоняй, погоняй, стреляй! Стой, куда ты? Что-то батя застрял. Маркович! Колька! Ребята! Серега! Жителей к лесу! Отходить группами! Голоченец, Чемизов и их прикрыть! Сережа!
мать вашу, да! Там мой сын, дети, женщины! Стой! Эй, ты, Бобик! Еще один выстрел, всех Богу отправлю! Скорей, скорей! Осторожней с ребенком! Быстро все под плотину! Тетка чего-то бежит. Надо расспросить, может, наши проходили. Сыночки, куда ж вы идете? Тут же немцы. Много? Один. В деревне. Там какой-то дурной яйки собирает. Там. Ага, в деревне. Ну ладно. Ребята, наблюдайте за дорогой. Что такое? Малакович со мной. Яйки собирает. Ну ладно, поможем ему яйки собирать. Эй, не споткнись! Фрица поймали! Фрица поймали! Хлопчики, только тут не стреляйте! Детки же у нас свали, чучих! Сами разберемся, займись. Я живу в свою Германию! Что вы за такого деревню спалились? Не надо, Сергей, не надо! Что, мы его отпускаем? Эй, пацаны! Кончай привал! Жители в семейный лагерь. А, Ксения, а мы, между прочим, вашего фрица-то перехватили. Можешь теперь пойти на него полюбоваться. Да, не знал, я не знал, что у Коренного с Германией перемирие заключено. Да пойми же, ты не немца. Деревню сберегли, своих жителей. Ты действительно не понимаешь или притворяешься? Земля должна гореть у них под ногами, верно? Так у них, а не у детишек и баб. Ну ладно, если ты из-за своего Коренного родного брата забыла, так я своих помню. Там женщине неплохо. Я за своих. Пошли. Тольку позови. Пора воспитывать. Куда его? Туда, туда. Эй, ты стой там! Иди сюда. Стреляй. Толя, стой! Куда? Ты что? Коренной назад! Никита, мы отомстим за твоих, но не сейчас, не этого, пойми ты! Ты мразь! Ариец вонючий, убирайся отсюда к черту, чтобы духу твоего не было, чтобы за тебя, трупного червя, чтобы детишки стреляли, убивали, чтобы детей жгли.
Ну? Что стучишь? Сторожа ко мне нанялся. Кто в деревне? Наверное, ты. А ты веселый, дед. Веселый есть. Кто такие? Полиция? Или еще кто? Скажете теперь, такой-сякой корми. Баба, где ты там? Звала гостей, так жарь яичницу. А спать вас? Тоже ложить? Ложитесь на полу. Кровать мягкая. Да моя. Или уже не моя? Да брешешься, Ирод. Вот, вот, мальчики. Он не в своем уме. Не обращайте внимания. Кушайте. Вот кисленькое молочко, огурчики, помидорчики. Сварила вам картошечки. На здоровье. Кушайте. Спасибо. Партизаны вы. А он не узнал вас. Узнал. Не бойся. Господи, помолчал бы немного. А расплатится? Кто? Покушайте горяченького, дедушка. Спасибо, мамаш, спасибо. Здоровье. На здоровье. Как же. Ходят. Все ходят, ходят. Ладно тебе. Дурень, это ж ты немецкие забрал, а партизанские же тебе у валенку. Глянь, что там. Пишешься, старый. Ну-ка, дед. Дай-ка сюда. Не гневайтесь на него, хлопчики. Ведь всю жизнь бухгалтер. Все с бумажками. Не с бумажками, баба, а с документами. Господи, научи его. Пишите, значит, как делают добрые люди, когда их обслужат. Небось, городские на всем готовом жили. Знаете? Ну, сколько живу, такого не видел. Свой дед, хотя и зараза. Подпись... Желток Митька. Сам добрая цаца. У деда Харитоши самогон хороший. Братья Жердицкие. Добрые хлопцы были. Да, забили. Сразу обоих. Но самогон у них на уме. Значит, никакого баланса в голове. А что, может, остался? Жить надо, пока не закопали. Все шумят, требуют. Без числа, без счета. Да ты еще и должен останешься, если что. Ну и почерк. Кто это, дед? Кто, кто, кто? Сам начальник полиции. Булка. А что думаешь? И этот побывал. Какой нелюдь, такой гад. Он вместе с эсэсами деревни жжет. Наш местный. А вот не доберутся ж до него. Намучилась ты, как. Доченька, ты опусти их в воду. Легче будет. Спасибо. Всякие проходили. И танки. Всякие. А видно, не дождаться мне сынков. Если и живы. Слушай, вот. Дом до войны почали строить. Хатка разваливается. Все спалят. Что робится кругом. Будь здоров, дед. Ну-ка. Все-таки любит наш Сереженька таких вот с придурью. Слушайте.
хитрому деду Харитону 100 лет жизни. А? Вас тут поживешь. Таких стрелять надо, а ты 100 лет. Во, и эти. Ладно, живи, если самому не противно. Слушай, Никита, неужели ты ничего не понимаешь? Когда-нибудь ты хоть что-нибудь поймешь? Ладно, Сереженька, ладно. Ты все по книжкам живешь. А я на таких насмотрелся. На всяких насмотрелся в лагере. Да-да, в лагере. Да. И таких, как ты, тоже, между прочим, видел. Был у нас один такой. В первый же день очки потерял, а с ними язык. Тычется, как кутенок. А немцы привезут какой-нибудь дрянь, швырнут, как стаю. Налетай, кто образованный. Да прекратите вы. Схватились. Здорово. Здорово. Смешно. Взводный здесь? Здесь. Петровский за вами прислал. Срочно. Ясно. Здравствуй. Здравствуй. Балакович, поднимай людей. Ну вот, комиссар уже здесь. На Березину, наверное, идем. Да. На Березину? Угу. Не перепутай, дед, снова свои бумажки. До свидания. Спасибо. Ну, ребята, смирно. Четыре шага вперед, шагом. Хорошо. Кругом. Тельняшку-то прикрой. Успеть бы, пока командир румынские баржи не поджег. Успеем. Надымит на весь район. Ну, не пуха. Угу. Eine schöne Landschaft, muss ich sagen. Die Fähre ist da. Mannschaftswagen, los! Ребята, собака, стреляй! Собаку не трогай! Так, что ж там? Место! Так! Поехали! Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, ходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Сегодня не нужно биенье сердец. Мое же мне громко стучало. Что все же конец мой, еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Держи. Представляешь, подходит Петровский вместе с нашими к машине. Угу. А немцы растерялись совсем. Ничего не понимают. Потому что наши все в немецкую форму переоделись.
Пинчук одет в офицерский мундир, а все остальные в солдатскую форму. Смешные вы все-таки в школе были. Где генерал с собакой сидит? Вроде как ты теперь. Такие же дурачки. Все про кубики, про ромбики говорили. Думаешь, геометрия? Нет. Про военных, про лейтенантиков. На вас же смотрели. Как на школьные тетрадки. Теперь я часто своих ребят вспоминаю. Собака рванулась. Переводчица... А ты на них похож. Как только Петровский этого генерала увез, мы сразу бросились к бронетранспортерам. А немцы на том берегу опомнились и давай стрелять. У них там были миномет, ротный или даже батальонный. Тут взрывы кругом начались. Здесь меня и оглушило. Земля летит. А ко мне потом подбегают, коренной, кажется, Головчинин. Они меня... Толенька. Толя. А я ведь тебя люблю. Я тебя люблю. Толенька! Ты что, слышал? Ну ты бессовестный. Лина, что ты? Ничего я не слышал. А, Анна Михайловна. Ну вот видите, оба живы, а вы беспокоились. Только ваш очень смешной. Зачем вы это сделали? Это вы о чем? Зачем вы заставили Толю расстреливать? Ведь он еще мальчик. Ну ничего, сейчас он партизан. Да, партизан, но не звереныш. Я сама привела сюда своих детей. И хочу, чтобы они остались людьми. Если будут только живы. В общем, это война, а не игрушки. Ну вот что. Я сейчас иду в штаб. Пусть Толю переводит в другой взвод. Зачем Сергея в штаб вызвали? Что ж ты молчишь, Никита? Надо, и вызвали. Случилось что-нибудь? Забыл, где находится. Может, жену ему надо? Детишек развести. Тряпки, пеленки. Того паршивого немца. В няньки нанять. Я пошел и сказал командиру. Гнать таких надо в три шеи, чтоб другим неповадно было. Ох, не то ты говоришь, а ты мне другим казался. Да ладно, я свое дело делаю. Я партизан, понятно? Тут война идет, а они черт знает чем занимаются. Партизан Коренной, приказываю вернуться. Ну вот что, сдать оружие! Взять! Серега, подожди! Подожди! Подожди. Ну что вы от меня хотите? Вы даже выслушать меня не желаете. Что вам от меня надо? Ты что, на! Иди отсюда! На! Да! Дур! Рвем! Стой! Ну что, довоевались старые партизаны. А ну посмотрите в глаза друг другу. Смотри! Смотри, пока не стыдно станет. Пока все не вспомните. Все начиная с 41-го. Смотрите! Пока всех не вспомните. Твою... Ногу!
Вырублю обоих! Что же с ними происходит? Это ж не отчаяние, не бесстрашие. Неужели нервы не выдерживают? Не нервы. Уже победителями себя почувствовали. А то, что жизнь дороже становится, не понимают. Прости, что я вмешался. Ну, что-то. Я и сам хорош. Раскипятился. Да. Что с большой земли? Должны подбросить оружие и боеприпасы. Вот на этих самолетах и отправим детей и раненых. Ну как, договорился? Давай, ребята, быстрее. Выпархивайте, орлы. Держи. Вот поешьте, ребята. Что, второго котелка-то не было, что ли? Ладно, ешь, что дают. Хлеба дайте. Сейчас. Эх, жизнь. Ну ешь, чего ты? Сам ешь. Ну вы напрасно это, ребята. Я так испугалась, когда услышала. А чего ты испугался-то? Действительно. Просто Никита, как всегда, опять ничего не понял. А и правда, ступай отсюда. Начальство арестует, лечить некому будет. Ступай. Хорошо. Сын, пойдем. После войны я буду понимать не хуже тебя, а сейчас не имею права. Быстрее, не знаю. Ребята. Время, время. Хлеб возьмите. Ага. Покурите. Держи. Спасибо. Ну как тут у вас, ребят? Да ничего, нормально. Отлично, спасибо. А ну, погоди. Ну что, Толя, отвоевался? Чем после войны заниматься думаешь? Жить. Жить. Это здорово решил. Извините. Давай, давай. Жить. Так. Учиться, конечно, нам с братом навряд ли придется. Маме так хватило за войну. Пойдем вместе работать. Да уж, досталось ей с вами. В бой провожать, встречать, самой ходить, да еще улыбаться, чтобы вам легче было. Вот мы и решили. Учиться советую. Сергей Сергеевич, правда, что Гитлера по всей России в клетце возить будут, а? В клетце? Да. По всей России? По всей России. Правда. Они не верили. Это у меня дедушка такой. Дедушка. Давай-ка Анну Михайловну пожалеем. Сделаем ей подарок. Какой? Ты на самолете летал? Нет. Будешь сопровождать раненых на большую землю. И вы тоже полетите? Ну, я... Собираюсь поедешь со мной на аэродром. Осторожно, здесь провод. Я не полечу.
Ну, я думаю, у нас с тобой серьезный мужской разговор получится. Придется приказать. Нет, Сергей Сергеевич, а вы бы на моем месте как поступили? Столько времени ждали первого красноармейца и вдруг... вдруг улетать? Ну вот и семейный лагерь. Не устала? Нет, не устала. Давай руку. 12 километров отмахали, а я и не заметил. А, Чмых Иваныч. Смотри, ёжик. Так, на водопой, небось, топал. Давай, 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 в кубанку. Колючий. Ты назад скоро? Да я детей к самолету готовить буду. А, подождать? Нет, я долго. Ну-ну. Тогда глухонемому зайду. Обязательно надо зайти. А кто это глухонемой? Да сосед наш по деревне. Он из горящего дома выполз. Теперь мне все пытается рассказать, как. А может, и не пойду сегодня. Настроение какое-то смешное, веселое. С чего бы? Чудно. Ты вправду сегодня какой-то странный. Война кончится, всегда таким буду. Ну? Ну, до свидания. Привет. До встречи. Счастливо. Ну, Чмых Иваныч, подарю-ка я тебя пацанам. Пойду домой. Ну что это такое, Никита? Ёжик. Анна Михайловна, можно это я ребятам в подарок принес? Ну, дарите. Принимай. Ёжик общий. Не сердитесь. Спасибо. Извините. Спасибо, что подвез. Что? Ах, это? Ну, давай. Ишь ты, хозяйственный. Давай, я сам. Садись. О! А у меня, брат, тоже беда. Девушка меня не любит. Не нравлюсь я ей. Ухаживать я не умею, что ли? Не любит и все. А что, от нашей деревни, небось, тоже одни ступеньки остались, да? Понимаю, понимаю. Понял. Ничего. Переживем, все переживем. На. Пора мне. Пора. Ну, будь здоров. Будь здоров.
Зайду, зайду, зайду. Давай. Ну, кажется, все дела сделал. Семейный лагерь идут. Не выйдет. Пинчука вы не знаете? А? Сейчас познакомимся. А теперь быстренько за мной, за мной. Я здесь. Сюда. Сюда. Почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь закурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь закурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и место в землянке,
хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Пригласите командира. Слушай. Где наш штаб? Здесь. Подтвердилось донесение. Немцы стягивают силы в районе Жмыховичей. А соседи знают? Все согласовано, связь отработана. Вот что я хотел, Сергей. Давай я пойду на Жмыховича. Почему? Ну, я не предполагал, что в этом направлении выступят такие крупные силы. Здравия желаем. А ты что, планировал меня послать на легкое дело? Ну что ты? Нет, есть приказ, и менять его не будем. Значит, награждение отменяется? А в 41-м, когда фашисты были под Москвой, ты маршировал по Красной площади? Нет, награждение должно состояться обязательно. Понятно. И чтобы ни одна душа не знала о блокаде. Пусть у людей будет праздник. Согласен. Усильте боевые группы охранения. Слушаюсь. Ну ты смотри по обстановке. Но дорогу? Дорогу держи до самого последнего, пока все не выйдут. Дождусь тебя. А потом вместе двинем. На соединение к нашим. Достаньте карты. Карты? Наши советские войска вступили на землю многострадальной и героической Белоруссии. Недалек день полного освобождения всей нашей земли. Но враг, уползая в свою фашистскую берлогу, хочет оставить после себя мертвую пустыню. Сейчас главное помешать фашистам уничтожить население, женщин, стариков и детей. Ну что ты, ну, ну, иди. Von allen Mannschaftswagen abgesessen! Abgesessen! Antreiben! Schnell, schnell! Im Laufschritt! Marsch, marsch! Никола, помоги, помоги! Детей в первую очередь. Пропустите дедушку.
Давай, мальчик, давай. Ну все, перегружено. Ну что, возьмите ну, еще не немножко. Ну не взлетим. Возьмите ребенка. Ладно, Лиза, возьмите пацан, ребенка. А, не оставлять же вас. Давай. Давай. Ксения! Ксения, милая, здравствуйте. 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 Подожди. Вот тебе на память. Спасибо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну что, улетела в Москву? Завтра другой будет. Передайте комиссару. Выступаем по его ракете, давай. Давай красную. Подключите пушки. Все готово. Все подошли. Вовремя. Рвем по ракете. Приготовить ракету. Ракета! Вперед за мной! Хозяева в командировке. А ты думал, наши сюда вернутся? Отдохнем, а вечером опять к самолету. Угу. Слышь, гремит? Да. Выбирай из этих. Остальные заминированы. Вот эту. Ну и влетит нам от твоего Петровского. Что мы виноваты, что самолет не прилетел? И при чем тут мой? Думаешь, я не видела, как ты на него смотрел? Как девчонка. Даже смешно. Хорошо? Чего? Понимаешь ты, это мне Ксения дала. Она Данна Михайловна, у меня вместо мамы. Свою я даже и не помню. Да, и без войны умирали. Ксении мало стало, а мне как раз. Сколько уж я не разувалась, с ума сойти. Это ты здорово придумал. Я тебя люблю.
реку пойдет, то выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биение сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто идет за мной. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.